Итак, в заключительной части нашего второго модуля мы поговорим о процедурных расширениях языка SQL. Подготовлены они были к внедрению стандарт еще до выхода SQL 92, однако по различным причинам в него не вошли, а попали лишь в SQL 99, но опубликованы, анонсированы были еще в 96 году, и с этого времени и даже раньше началось активное применение, активная разработка в этом направлении. Итак, что же нам позволяют делать эти расширения, где они описаны? Описаны они в части стандарта, который называется PSM, Persistent Stored Modules, и там в полной мере специфицировано то, какие конструкции могут быть использованы в процедурной части языка. Ну, в первую очередь, это привычные всем конструкции использования переменных, возможности их декларирования, присваивания значений и повторного использования. Также это некие определения вызова функций и процедур, привычные, опять же, нам по языкам программирования общего назначения. Ну и, безусловно, одним из самых важных частей является возможность использования управляющих конструкций, таких как ответвления, циклы, ну и другие конструкции, которые уже сильно зависят от языка. Ну и, безусловно, для того, чтобы взаимодействовать с информацией, которая сохранена в базе данных, в процедурных расширениях допускается, и это является одной из основных частей, возможность использования конструкций языков DL и DML. При этом мы получаем, используя процедурное решение, вычислительно полный язык. Таким образом, любая вычислимая функция или процедура может быть реализована с помощью процедурных расширений нашего языка. Важным здесь стоит отметить то, что имеются существенные различия в синтаксисе, семантике и подходах к реализации процедурных расширений в зависимости от СУБД. Если для DDL и DML это были скорее не очень существенные отличия, да, или они казались, может быть, где-то стилистических, где-то просто незначительно отличались от стандарта в зависимости от СУБД, то применительно к процедурным расширениям эти отличия возросли существенно, и когда мы говорим о написании хранимых процедур или триггеров, почему мы поговорим позже, важным аспектом будет указание то, под какую конкретную СУБД это будет реализовано. Ну, тем не менее, мы сейчас говорим не о конкретной реализации процедурных расширений, а скорее о принципиальных возможностях и важных, хороших практиках, когда это может быть использовано, ну и каких-то недостатках, связанных с применением подобного расширения. Итак, что же позволяет нам реализовывать процедурные расширения? В первую очередь мы говорим об использовании хранимых процедур и триггеров. При этом, что это такое, мы поговорим прямо сейчас, чуть-чуть попозже. Мы уже сказали о том, что вариативность языка сильна в зависимости от конкретной СУБД. Также очень важным является то, что даже набор типов, так называемых хранимых процедур, возможность использования различных механизмов назначения прав как на исполнение, так и на создание процедур также сильно отличается от СУБД. При этом организация выполнения, если можно так выразиться, тоже сильно отличается именно в зависимости от выбранной платформы. Дело в том, что в некоторых системах, в некоторых СУБД можно реализовывать процедурное расширение, например, на языках высокого уровня. Например, для Oracle можно использовать Java, а для PostgreSQL можно использовать Python, а для Microsoft SQL можно использовать, например, C#. При этом нельзя сказать, что это является хорошей или плохой практикой, скорее можно декларировать, что такая возможность существует. Почему можно или нельзя так делать, мы поговорим буквально чуть-чуть попозже. Но тем не менее, мы говорим о том, что организация выполнения и способы формирования процедурных расширений могут сильно отличаться. При этом, если говорить о том, каким образом выполняются сами процедуры, каким образом организовано их добавление и
как они непосредственно запускаются и взаимодействуют с данными. Тут тоже ситуация очень сильно разнится в зависимости от СУБД. Вот, поэтому, обобщая вот эту небольшую, этот слайд, можно сказать о том, что чтобы применять механизм хранимых процедур, надо для начала внимательно и, ну, скажем так, довольно-таки досконально изучать документацию по конкретной СУБД, для того, чтобы понимать, как конкретно будут использоваться хранимые процедуры, реализованные под эту базу данных.